Итак, для модернизации коляски для ног были приобретены на 39 миллиметров. Вот она, артикул. Два держателя мотоциклетных. А также две вот такие вот гайки на М8. Соответственно, 4 шайбы на 8. Ну и два болта я взял на 30 миллиметров и на 20 миллиметров. Посмотрим, какой из них подойдет. На 30 либо на 20. В общем, суть дела в чем. Сейчас здесь еще раз сверлим. Под М8 у нас уже просверлена резьба. Здесь врежемся, ну, на вот глубину, я не знаю, где-то получается миллиметров на 15-17. Врежемся в паранит, в старопласт в этот, вот, чтобы там она скрывалась, эта гайка. Ну и дальше уже будем просто колхозить следующим образом. Накручиваем на гайку, ну и дальше прикручиваем саму ножку, чтобы не пришлось. Ну вот, собственно, одна уже стоит. Сюда можно, конечно, мягкую какую-нибудь паранитовую трубку вставить на 22 диаметр этой трубки. Значит, там должен быть внутренний на 22 для кондиционеров. Есть утеплитель, можно его поставить. Вполне достаточно и такой, конечно же. В общем, выглядит это следующим образом. Здесь что мы делаем? Снимаем колпачок. И берем ключом на 13. Откручиваем эту гайку. Ключик на 13. Откручиваем гаечку. Такая вот будет небольшая доработка. Так, гайка нам больше не нужна. Так как у нас заранее приобретенная гаечка, подкручиваем ее и, соответственно, фиксатором резьбы уплотняем соединение. Так, теперь можно докрутить. Так. Заранее подготовленную, прорезанную, уже вставляем. И в целом берем шайбу. Вот так вот поставили, приблизительно одинаково. Вставляем болт с шайбой. Так. Ну и, соответственно, начинаем поджимать. Плотненько она у нас заходит. Вот. Все. Поджали. Без фанатизма. Держит, держит. Когда мы складываем, у нас, ну, чуть-чуть мешает, да. Можно, в принципе, было бы поменять их местами. Тогда бы угол наклона был бы в другую сторону и уже не мешало бы. Так. Так, у нас вместе сведены они. А так, за счет вот этого вот угла, оно бы торчало сюда. Ну, в принципе, нужный эффект у нас есть. Идем теперь тестить. Переставляем на другую сторону и потом тестим. Вот сюда точно тестим. Вариант. Не, ну там... Ну здесь хотя бы оно смотрится, понимаешь? Смотрится неплохо. Сами узлы нормально смотрятся. Не сами трубки, а вот узлы хорошие такие. Массивные. А вот трубки можно, если подожмешь, поворачивая вокруг своей оси, вы бы могли
отрегулировать. Их можно, наверное, по... А у вас есть технологии по ебанию трубок? Так, тиски и все, да? Да. Не, у нас есть там... Трубок. Это алюминий. Там просто, что, по-моему, есть, но... с так не сложилось, понял, да? Бля, ну вот так, конечно, поездишь... А как это, ну, что-то вставляют внутрь, ну, да? Да. Скорость спадает. Давай я переставлю и еще раз позову вас. Да-да-да, в любом случае шире, мне, потому что они все равно хотят. Конечно, надо что-то вот, чтобы широко было, чтобы давление не такое было. Маленькой синяки было. Ну и вот, ну, условно расставил под другим углом. У нас, получается, стала закрываться полностью подножка. Так, что-то она тут искривилась. Ну, тем не менее, она вот закрывается, то есть и коляска будет полностью складываться. Вот. Дальше будем крепить еще упоры для коленей, ставить и смотреть, что получится. А вот дальше так выглядит с мягкими упорами для ног. Ну, они еще не настроены, будут настроены уже в процессе сейчас примерки.